Вместе веселее даже болеть. Волонтеры из Дома молодежи Колпинец каждую неделю приходят в гости к пациентам детской больницы номер 22. В каждом таком визите участвует от 4 до 8 волонтеров. Приносят с собой карандаши, краски и вместе с пациентами больницы занимаются творчеством. Подвижные игры здесь не устраивают. Дети в ортопедическом отделении. Многие приезжают на колясках. В программе этого занятия – вырезание маски из картона, изготовление коробочки для мелочей или раскрашивание сказочных персонажей. Для меня дети – это вдохновление, в общем. Обычно с ними много чем занимаюсь. Рисую, читаю книги. Эта программа – одна из самых популярных в волонтерском центре. Каждый участник движения хотя бы раз приходил поделиться хорошим настроением и поддержать больных. Коридор 22-й больницы превращается в творческую площадку каждую среду.